ребята. Отозвались снимать сталки это Чернобыль второе дыхание. Теперь да, это за часть. Что ж, мы уже дошли до кордона. Идем дальше. Ребята, мы еще не всех неверных положили. Так. Что ж, у нас тут сооружение. Патронами, ребята. У нас тут небольшой напряг. Ну еще. Так, ребята. Пойдем где-нибудь. Куда никого не видим. Идем, ребята. Так. Сюда. Расселяются, ребята. Ого. Так. Ох ты, бля, патрон, там нету патрона. Тоже нету, пацаны. Есть, ребята. Так, ребята. Еще трое. Где там, кто там? Еще есть. Так. Так, семеро. Так, ребята, видите, мы используем. Ах, вот сука. Так, ребята. Да. Где ты там еще? Кто-то без вас еще есть? Кто самый смелый, сука? Стреляет. Ничего, ребята, вы меня не достанете. Сука. Два осталось. Кто там, где там, кого там? Кто там получает? Где вы там? Я монолитовец. Вот, сука.
Неверные. Где там вы? Так, ребят, сохранимся. Ты опять заховался. Эй! Смелый, сука. Смельчак, блядь. Так. Тут никого, ребята. Ты нам тут не нужно твое барахло. Где ты, боец? О, блин. Граната. Дроп нам пригодится. Что тут у нас? Выдергался. Так, ладно. Входим. Входим мы в бункер, ребята. Я монолитовец. А это Сидорович, ребята, должен быть. Что притащил? Фэмля. Так, торгануть. Блять, у тебя ничего нету, сука. Так. Ну а консервных банок чё не насобирал? Вот, сука, его не убьёшь, пацаны. Терминатор, блять. И чё? Ты, сука, не умираешь. Ребята, смотрите, терминатор сидит передо мной. Так. Нет, сука. Бля. Ну, удачной охоты. Ладно. Понятно, пацаны, блядь. Он неубиваемый, это плохо. Так. Слушай, там остались ребята военные. Тут все лежат, отдыхают. Будем идти, ребята, на военных. Так, ребята, что ж. Идемте разбираться с военными, блядь. Вон они, пацаны. Ребята, вы что-то уронили. Так. Мужик, ты не это потерял? Ага. Так, ребята. Сила не готовы, мы, ребята, сохранимся. Так, нам нужно ваши волыны разрядить. Выбросить. Так. Выбросить. Так. Вон они, ребята. Так, ребята. Вон они, суки. Ребята!
Новый год пришел. Перевес заказывали, блядь. Тикаем, пацаны, блядь. Тикаем, нахуй, тикаем. Вот они, блядь, суки. Так, ребята. Бензик используем. Так, у нас тут еще осталось в СВДшке патрончики. Блять, что ж сюда с вами же делать? Ребята, что же с ними делать? Блять, что с вами сюда делать? Подойдите поближе, демоны, блядь. Так, ребята, сделаем их трошки по-другому. Попробуем их, сука, обойти, ребята. Попробуем их, сука, обойти. Обойти мы их попробуем. С другой стороны, ребята. Так, ребята, я здесь, я вас, сука, обойду. Патроны у нас, сука, ребята, тут на донышке осталось. Так, мы вас, сука, обойдем. Ребята, сохранимся. А вы меня, сука, не ожидали. Тихо. Как ты затрахали вот своими гранатами. Блять, патронов, сука, нет, пацаны, блядь. Что делать? Ну ты, сука. Я бесстрашный, я типок, блядь. Суки. Так, ребята, здесь что у нас есть? А ну-ка покажитесь, ребята. Ага. Я вас тут подожду, суки. Так, ребята. Так. У нас есть тут прибомбасик один. Блин, он должен зацепляться. Вот, блин. Кстати, должен зацепляться. Да ты чё? Вот, ребята, есть. Подсводничек
зарядим мы его, ребята. Так, ребята, сохранимся. Готов, пацаны. Так, ребята. Ребята, суки, надо, ты, блядь, вот вы, суки, мазилы. Сука, мазила. Пацаны, ребята, гранаты. Как они задолбали своими, ребята, видите, вооружение гранатами. Блин, у меня, сука, калашники есть, патроны. Ребята, готов, пацаны. Так. Где вы там, демоны? Закни, блядь. Видите, они, ребята, возражение. Кто там еще остался, блядь? Хамуха. Солдаты, кто еще остался? Кто, блин, пойдет против монолита? Где вы, неверные? А? Так, ребята. Кто там неверные, блин? Покажитесь. Как вы, ты мне дорог, друг сердечный, блин. Как ты мне дорог своими гранатами. Ну что там, товарищ солдат? Выйдите, вас ждет монолит, он хочет вас наказать. Вот и все, братан, ты ушел в мир иной, там тебе и место, собака. Так, что там у нас там с патронами, блин, кто там еще есть из вас, ребята? Вот, вот, еще один неверный. Я тебя отправлю к праотцам, сын мой. Ты не нашей веры. Ты не ныкайся. Не ныкайся. Вот ты давай. Получи гранату! Да ты мне дорог. Патронов у нас, наверное, ребята, уже нету. Вот он убежал, блин. Что у нас тут еще есть? Будем его со пистолета валить, ребята. Готов, пацаны. Так, разрядить, выбросить, ребята. Сейчас мы зарядим наш ствол. Что там у нас осталось еще? Сколько у вас там еще, ребята, осталось? Еще двое. Двое еще осталось, пацаны. Мы, как всегда, сохранимся. У нас ни патронов. Thank you.
такое. Бы подмога, ребята, не подошла. Так. Ребята. Получи гранату! Бежим. Вот ты, блин, ты мне дорог. Ты хотел меня, собака неверная. Ты, блин. Так, ребята. Так, ребята. Сейчас мы зарядим наш автомат. Сейчас мы добавим патрончиков. Так. Тут еще один пацан есть. Так, огонь, говоришь? Вот они вы, ребята. Да не надо бы мне. Так. Рядим. Выбросим. Шо ты, товарищ? Все, вас больше нету. Калашник лежит. Ребята, неужели мы со всеми неверными справились? Все. Монолит выполнил свою задачу, ребята. Не против телевидения. Все, ребята, мы зачистили зону от неверных. Что ты, брат, голову повесил? Ну что ж, ребята, как видите, мы всех положили, ребят. Ну все, ребята, как видим, зона чистая стала от неверных. Что ж, ребята, на этом будет наша часть закончена. Я пройду назад на, ребята, на Припять. И там уже я увижусь. Если будет задание, я, ребята, дальше буду за монолит. Если не будет задания, ребята, мы начнем за новую группировку играть. Все, ребята, всем приятных просмотров. Увидимся уже в следующей части. Да будет с вами Монолит.